Правительство России утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Решением президента с 1 июня семьи смогут получить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или же обратиться непосредственно в территориальное отделение фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Сделать это необходимо до 1 октября. Рассмотрение заявления займет не более 5 дней. Еще 3 дня отведено на перевод денег до получателя. Я считаю, что сегодня очень важно, чтобы эти семьи узнали об этих формах поддержки, воспользовались ими, потому что они, считаю их своевременными, считаю их адекватными и считаю их адресными. Очень важно, чтобы люди узнали об этих мерах поддержки, обращались в МФЦ, в Пенсионный фонд, через госуслуги, и хочется, чтобы все эти деньги дошли до семей с детьми. Также правительство скорректировало правила ежемесячной выплаты на детей до 3 лет, распространив их на семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020. В апреле-июне на каждого ребенка ежемесячно они могут получить по 5 тысяч рублей.